вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Хороший понедельник. Конец июля, но у нас с вами еще впереди август, летний, хороший, жаркий, простите, пожалуйста, жаркий месяц. Что-то у меня даже запершило в горле, когда я говорю о лете. Поэтому я лучше откашляюсь. У нас сегодня есть с вами возможность познакомиться с людьми, которые не просто горячее лето. Для них лето – это особое время. Время, когда можно себя подготовить к каким-то соревнованиям. Двигаться в ту сторону, в том направлении, которое, может быть, определяет всю жизнь. С одним из гостей вы знакомы. Знакомы уже несколько лет тому назад. Майкл Козловский, тренер по боксу, тренер чемпионов, лучше сказать, тренер чемпионов, был у нас в гостях. Каждый раз, когда он приходит с каким-то своим новым достижением. И вот сегодня Майкл пришел со своим новым учеником, молодым, совершенно молодой, Никита Мирошниченко, боксер, который позавчера участвовал в своем первом бою на профессиональном боксерском рынке. Я хочу сказать вот что. Когда мы назначали эту встречу, эту передачу, это было еще недели две назад, бой, который провел Никита, должен был быть впереди. И Майкл мне говорит, а если он проиграет? Я говорю, это ты говоришь, что он проиграет? Он говорит, он выиграет. Короче, мы назначали передачу с уверенностью, что Никита бой выиграет. И он его выиграл. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Господа боксеры. Да. Приветствую. Как вы себя чувствуете после боя? Это Никита. После боя это Майкл. Майкл, начнем с тебя. Ты у нас тренер чемпионом. Ты можешь себя назвать тренер чемпионом? Это не будет преувеличением, то, что мы называем? Вот, мне всегда нравилась Америка, что в России меня мама еще в школе била, что нельзя якать. Ну, я такие, ну, как всегда это переживал, но вообще в Советском Союзе... Ну, говори мы, а мы будем подразумевать. Да. И вот приехал в Америку, тут уже другая ментальность, когда на тебя смотрят то, что ты сделал, и ты не можешь быть скромным здесь, особенно в шоу-бизнесе. И поэтому я всегда так говорю, для меня тренер, если у него есть чемпион, это тренер чемпионов. Если у меня действительно чемпионы уже, получается, во многих странах мира, то я себя могу смело назвать тренером чемпионов. И я считаю, что это нормально, потому что, ну, как и любой человек, если он чего-то добился в своей отрасли, он может себя назвать, да, я это добился. Ну, смотри, у нас есть возможность показывать сегодня фотографии, но пока у нас компьютер работает не лучшим образом, я буду показывать эти фотографии вот таким образом, через камеру. Ты тренер года. Да, был. Это было в 2012 году меня признали тренером года. В 2012 году? Да, да, да. А уже в 2013 ты уже... Ну, дело не в этом. Дело в том, что мне повезло. А это кто тебя признает? Кто это такой? Это «Золотые перчатки». Это вообще самый древний турнир, который есть вообще в истории любительского бокса. И меня признали тренером года, потому что за год до этого, в 2011 году, у меня 4 моих ученика были в финале «Золотых перчатки», и трое стали чемпионами. И, естественно, я по праву завоевал право называться лучшим тренером. Но вот интересно другое. Вот сейчас у тебя майка, на тебе майка двуглавым орлом. Это российская майка. Это российская, да. Ты у нас был... Но вообще советский. Ты гражданин Израиля. Гражданин Израиля. Ты Казахстан. Это я гражданин России, во-первых. И гражданин России. Я родился в Казахстане. Родился в Казахстане. Где ты еще? Гражданин Америки. Гражданин Америки, да. Гражданин США. Так кто же ты? Господин Козловский, какой стране ты служишь? Ну, опять спасибо Советскому Союзу, который, вот я говорю, как страна умерла, да, но она выдала на гора столько людей, и, наверное, получается, что я вот не растворился вот во всех странах, а я просто стараюсь объединять больше. Но главное, что ученики у тебя из разных стран, да? Да, не ученики. Мне повезло в этом плане, да. Повезло, во-первых, что у меня английский язык, я могу с ними общаться со всеми на языке, потому что английский язык это действительно. Сегодня тоже Никита Мирошниченко, он ведь из России. И плюс русский язык у меня есть. Да, он из России и он из Новосибирска. Новосибирска. Никита, приветствую. На американской земле. Это ты уже бывал здесь, в Америке? Да, бывал прошлым летом.
Прошлым летом. Это было первый раз, а сегодня второй раз, да? Второй раз ты приезжаешь. Да. Почему, Майкл, почему что, в Новосибирске закончились тренера, нет больше тренеров? Ну, так получилось. Я познакомился с Тимофеем Кургиным. Это, так сказать, мой спонсор, старший наставник. Вот. И появилась возможность уехать сюда, в Нью-Йорк. Потому что Тимофей Кургин – это воспитанник моего сейчас нынешнего тренера, Майка Козловского. Вот. И как бы… Майк... Это мой первый проспект даже, не воспитанник, а первый который, человек, который жил у меня дома. Ему было 14 лет. О, мы о твоем доме еще поговорим. Мы о твоем доме еще поговорим. Никита, скажи, пожалуйста. Ну вот я знаю, вообще эта история интересная, что… Бывший ученик Майкла, да? Да. Стал твоим спонсором. Да. Он увидел в тебе вот какой-то такой огонек, я не знаю, искру какую-нибудь такую, да? Ну, я думаю, да, он и Майк. Нет, сначала он увиделся, он сначала он увидел и выслал мне этот имейл, говорит, посмотри на это. Это был, как, напомню, имя спонсора? Тимофей Кургин. Да, Тимофей Кургин. Он прислал тебе сообщение об этом молодом человеке. Видео. А Никите, видео. Да? Посмотри прислал на этого мальчика. Посмотри, или он тебе нравится, да? Да, 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 да. И он, а он увидел в нем что-то такое. Он увидел, говорит, мне кажется, я говорю... А сам Тимофей был твоим... В 90-х годах еще моим учеником. Еще в 90-х годах. Проспектом, но дело в том, что... Это первый ученик, в котором я увидел своего олимпийца. То есть я чувствовал, что этот парень может попасть на Олимпийские игры. И уговорил его маму, пусть он живет у меня. И вот он стал у меня жить. Ненавидел меня где-то в моменты, потому что там нужно было картошку чистить, там полы мыть, там, ну, что-то такое, да. Да, вот... И, но, к сожалению, вот эти 90-е там несли свои, естественно, коррективы, он немножко как и молодежь, но как это такой возраст опасный, пошел в движение эти как... Да, у нас есть видео, у нас есть видео боя, который состоялся в пятницу. В пятницу вечером состоялся первый бой, я еще раз повторяю, в котором Никита вышел на ринг, профессиональный ринг. И это был первый бой на уровне профессиональных боксеров, да? Ну, значит, смотри, я небольшой... поклонник, но знаток, скажем так, я небольшой знаток бокса. Поэтому все, что мы будем сегодня говорить, я буду задавать, может быть, наивные вопросы. Пожалуйста, ты не улыбайся. Не воспринимай это, ну надо же такого не знать. Не знаю. Скажи мне, пожалуйста, что значит первый бой на профессиональном ринге? Он выбирает сам, он как-то сам о себе заявляет. Как это все делается? Ну, во-первых, первый бой на профессиональном ринге, начнем с другого, что он очень юный. То есть я не знаю, но я еще в статистике, но пока я думаю, что это, на мой взгляд, первый русский мальчик, который 18 лет в Америке провел свой профессиональный бой. Обычно проводят. Это делается какой-то. Какая-то заявка, пишется. Заявка, да, у меня есть как знакомые промоутеры. Я с ними договариваюсь, что вот мне нужен бой, мне нужен какие-то там сроки. Вот меня не устраивает. И с промоутером я решаю с кем Никита должен был драться? Они дают мне варианты. Они дают мне варианты противников там такие-то. Я выбираю, потому что я смотрю, лучше меня никто не знает его уровень. Поэтому я говорю, вот этого противника для начала давайте нам попробуем его, потому что, проверим. То есть тренер, он не только учит драться, он еще психологически формирует историю этого боксера. Конечно. Он выбирает его противника, он выбирает место встречи и так далее. Место встречи. Еще очень важно, то, что растеряли сейчас вот очень много, именно в Америке, растеряли как легаси, как старая школа бокса, что раньше тренера, они же были менеджерами, большинство из них, и они действительно вели своего боксера. Сейчас же все, все, кому не лень, а вы говорите, я не понимаю в боксе, но у них, если есть деньги, они уже все начинают понимать и начинают сами уже вести боксеров, и поэтому очень много... То есть я могу сегодня, если у меня есть деньги, конечно, я могу найти какого-нибудь Никиту... Промоутера. Да, Никиту. И сказать, пойдем, я за тебя уплачу. Мой будущий чемпион мира, он будет чемпион. Каждый человек может это сделать? Да, мне не надо специального какого-то лайсенс это не сложно получить. Лайсенс не сложно стоит, я даже...
А почему так сделано? Это же нивелирует, принижает уровень. Так всегда и было. Так всегда и было. Но сейчас, как появилось очень много специалистов в кавычках. И вот, во-первых, извините, вот для примера, мы сегодня говорили про Флойда Мейвезера. Он за бой заработал 300 миллионов долларов. 300 миллионов долларов, да, там, за 40 минут. И, естественно, думают, вот моя золотая рыбка, дай-ка я возьму этого. И я пусть не 300 миллионов, пусть 100 миллионов заработаю. То есть это уже не... Но, с другой стороны, есть возможность больше конкурировать. Больше каких-то предложений, нет? Смотрим видео. У нас есть видеосюжет, который вот с пятницы, два дня назад. В пятницу была. Пожалуйста, покажите. Вот поднимается, вот начинается бой. Это очень короткий, потом мы более подробно будем разбирать. Это концовка боя, это концовка третьего раунда уже. Попался. Но мне кажется, Никита, только один Никита и бьет, а молодого человека избивает просто. Да. Ты специально подобрал такого вот, который драться не умеет? Но он умеет драться, потому что в начале игра он в том-то и дело, что он умеет именно драться, а тут получается так, что Никита не давал ему это делать, потому что держал свою дистанцию. И первые раунды у нас задача была бить только по животу, чтобы поднимает руку. Да, то есть бой не был... Всю дистанцию не прошел, да. А сколько всего дистанции? 4 раунда. Как я здесь еще рано про здесь говорить. 4 раунда. От чего зависит? 4, 5, 10? От уровня подготовленности боксера, как он выходит, но как это идет 4 раунда, потом 6 раундов. Это так определяет судьи? Но это определяет команда боксера. Что но пока он готов только на 4 раунда? Да, он не может сейчас перепрыгнуть на 6 раундов, потому что он еще молодой, там 18 лет. Есть какие-то ограничения, ну чисто защищая здоровье физически, боксера. Да. Но потом, когда уже комиссия видит, что, во-первых, предложение команды идет, мы хотим 6 раундов. Вот сейчас мы можем уже идти на 6-раундный бой, просто нам это не нужно. 18 лет, нам не нужно спешить. Никита, сколько тебе лет? 18. Уже исполнилось? Да, исполнилось мне через сколько, получается? Через месяц будет 19 лет. 19 лет, понятно. А что, до 18 лет нельзя драться или можно? В профессиональном боксе? Можно? На улице я знаю, что можно. До 18 лет нельзя, только с 18 лет. Так. Майкл, спасибо большое за комментарий. Я хотел поговорить с Никитой. Скажи, пожалуйста, ты приехал в Америку драться. Боксировать. Слово «драться» можно говорить в боксе? Ну, можно. Вы говорите между собой «драться» там, или вы говорите между собой «боксировать»? Ну, все по-разному. Мне больше подходит боксировать. Нравится больше, да? Хорошо, боксировать в Новосибирске. Сильная школа боксера? Да, очень сильная. Сейчас в сборной стране, ну, в нашей, в России, с Новосибирска, по-моему, 2 или 3 первых номера. То есть... Уже 2 олимпийца. Два олимпийца — это Алоян и Закарян. Они отобрались в Рио-де-Жанейро на Олимпиаду. Понятно. Но все-таки ты приехал в Америку, потому что появился спонсор? Нет. Или потому что ты увидел, что в Америке есть определенные для тебя перспективы? Ну, во-первых, перспективу увидел во мне мой тренер, а это, скорее всего, была моя мечта. Попасть в Америку, показать себя здесь, начать боксировать по профессионалам. Это мечта. Ты хочешь быть профессиональным боксером? Ну, да. Ты не хочешь заработать большие деньги? Не просто быть профессиональным боксером. Ты хочешь быть знаменитым? Что ты хочешь? Я хочу в первую очередь защитить как бы себя с интересы моего тренера, потому что он увидел во мне что-то, и не хочу, чтобы это было какой-то ошибкой. Я то есть хочу показать себя людям. Ты хочешь ему доказать, что он в тебе не ошибся? Я хочу в первую очередь себе доказать, что я что-то могу, что я не просто так занимаюсь этим. Как давно ты вообще боксом занимаешься? С 13 лет я пошел на бокс. Сначала пошел просто, за себя там постоять, научиться. Хотя и так, в принципе... Тебя обижали на улице? Нет, я никогда не боялся. Были конфликты какие-то на улицах. Вот. Но просто потом уже, когда начал заниматься боксом, я стал более уверенный в себе. Вот. И, конечно, это помогало и в жизни. А вот у тебя была мысль пойти в университет, в институт, где-то учиться, какую-то специальность? Я учусь. Я сейчас учусь в Новосибирске, то есть я числюсь в колледже Олимпийского резерва. То есть у меня все так со спортом связано. Uh-huh. Вот. Я в будущем, получается, у меня будет
профессия тренер-преподаватель, специальность. Вот. Ну, я могу работать тренером. Понятно. После завершения карьеры. Ну и скажи, пожалуйста, вот ты сказал защищать свою честь, честь там и надежды тренера. Я не услышал слова «защищать честь России». Это для тебя важно? Это очень важно. Ну, посмотрите на нашу символику, это первое. Это, я представляю свой город, ну, Сибирск, свою страну, в первую очередь, близких. Это очень важно, это мотивирует. Но ты приехал в Америку. Вот я сегодня, приехал в Америку. Я не могу не удержаться, чтобы не задать несколько таких вопросов, которые, может быть, как бы не совсем политкорректны, как говорят у нас в стране. Я готов. Но все-таки есть сегодня противостояние. Есть Россия, есть Америки. И вот ты боксер, ты такой. Вот для тебя важно, что ты дерешься с американцем? Или для тебя это не важно? Или вообще, ты когда дерешься вот с американцем, был вот темненький парень, да, ты его избивал, так мне показалось, я не знаю. Ты вкладывал в это что-то такое эмоциональное, вот, нет, русское? Это в первую очередь спорт, и тут не должно быть войн между странами и там религиями и так далее. И у нас, получается, мы защищаем свою честь со страны, приехали что-то доказывать в другую страну. То есть мы показываем то, что можно защищать свою честь с помощью спорта, а не с помощью войн. Ну вот бывали случаи, чтобы американский боксер приезжал защищать свою честь в Новосибирске? Конечно, но это же ну это спорт. Не только то есть боксеры приезжают в Новосибирск, американские ребята себя показать? Это редкость. Холлифилд боксировал, великий боксер Холлифилд, Эвандер Холлифилд в Москве боксировал. Да? Нет, Эвандер Холлифилд, в России много это великое имя. Да, секундочку. Понятно. Ну что ж, тогда давай немножко поговорим о том матче, который был в пятницу. Вот сейчас у нас есть несколько фотографий, давайте мы сейчас посмотрим, что там остановили, да. Вот ты выходишь на ринг, ты идешь, впереди это кто у нас? Это Йол Джуда, это тренер, это мой второй тренер. Мы взяли его в команду, твой помощник. Мы с ним начинали еще когда с Юрием Форманом, да, много лет назад. Что у нас следующая идет фотография? У нас там есть еще фотографии, надеюсь? Да. Это вот начинается бой, да? Это, наверное, ринг, начинается бой. Скажи, пожалуйста, сколько лет твоему противнику? Ты знал о нем что-нибудь, прежде чем ты с ним вышел на ринг? Честно, даже не знаю, сколько ему. А мы сейчас тоже не знаем, кстати. Ну, лет по 30, наверное, там. Лет 25, я думаю, да. А, то есть он старше тебя прилично. Но он думал, что это тренер. Скажи, как ты думал? Я сначала на взвешивании его увидел, мы подумали, что это тренер. Вот. Ну, то есть не потому, что он так старо выглядел, вот. Просто мне так показалось, что это чей-то тренер. Что это взрослый человек, который драться с тобой не пойдет. Да, да, да. А потом уже как бы увидели фамилию его. Ну вот мы видим, вы все-таки вы боксируете. Я уже не говорю слово «драться» на всякий случай. Вы боксируете. Скажи, пожалуйста, вот что ты испытываешь в тот момент, когда ты выходишь на ринг и видишь перед собой твоего соперника, противника, ты в себе культивируешь в это время злость, ненависть. Что? Какое чувство ты в себе поднимаешь? Нет, злости у меня нету. А что есть? Ну ты же должен победить. Злость есть спортивная, но не такая, как в жизни. Ну, я понимаю, но вот ну, я испытываю, ты что-то говоришь себе. Ты что-то в это время говоришь себе, ты что-то вспоминаешь, или ты как-то себя. Как ты себя настраиваешь? Просто говорю то, что я выиграю самому себе. Как бы я визуализирую, представляю картинку, то, что мне поднимают руку, и то, что у меня все получается. Да, да, интересно. Ну, потому что все начинается с мысли. Да, показываем следующую фотографию, покажите, пожалуйста. Ну вот смотри, считает удары, да? Угу. Количество ударов, которые произвели каждый из противников. Сколько у тебя было ударов, которые прошли или как это, пропустили? Ну, статистику мы не знаем, так мы не углублялись. Но... А, да? Вы не считали? Да, тут, но это... А здесь не считается? Статистика выходит уже когда вы на уровень HBO, на уровень телевидения. Тогда начинается сколько ударов, значит, да? Конечно. Тут просто смотрят, мне кажется, картинку судьи в первую очередь.
Угу. Вот. Ну и ее не пришлось смотреть, потому что закончилось же все. Да. Понятно. Понятно. Вот, ну, есть такие вот фотографии, которые прямо, ну, как будто ты его избиваешь. Вот, например, эта фотография, да, я вот когда отсматривал фотографии, отбирал для нашего шоу, ну, вот он наклоняется, а ты его как бы бьешь. Как бы бьешь, бьет его. Да, ну, мне как-то жалко, человек голову наклонило. То есть все время, или так фотографы просто сделали. Кстати, я хотел бы сказать, что эти фотографии нам любезно предоставил Леонид Пайс. Он делал эти фотографии, и фотографии хорошие, так что, Леонид, большое спасибо за то, что... Он и принимал нашу сторону, поэтому получились такие кадры, думаю, да. Леонид Пайс, автор этих фотографий. Хорошо, фотографии мы пока посмотрели. Скажи, пожалуйста, я знаю, что Майкл, он фанат. Угу. И как только я слышу, что он в кого-то влюбляется, я имею в виду... Спортсмена, я понял. Да, спортсмена. Этот человек становится членом его семьи. Он начинает у него жить в доме, он его приютит. Он, я не знаю, у тебя прекрасная жена. Это она на нее молиться. Фотографию показывать не будем. На нее молиться просто надо, чтобы жена вот так воспринимала однокомнатная банка. Мне повезло, да. Вам bedroom квартира, одна спаленка там небольшая и салон. И вот в эту квартиру все время появляются чемпионы будущие. Молодые люди, которых ты пестуешь. А вот уже ответ. Чемпионы появляются в будущее. Поэтому вот... Ну, я понимаю, но все равно, мне кажется, это... Вот ты, когда вот сюда приехал, да, mm-hmm. ты сейчас живет, это... Ты считаешь это нормально? В России бы это сделал тренер? Ну, я считаю это нормальным, но я такого себе не мог, если честно, представить. Были, конечно, истории у Каса Дамата, Майк Тайсон жил, сейчас я у Майка Козловского живу. Вот, но я не знаю, это надо, конечно, иметь большие нервы, в первую очередь Олесе, жене Майка, потому что, ну, с любым человеком тяжело, и вообще как-то надо привыкнуть, много, ну, бывают же разногласия всякие, вот, потому что, ну, это нелегко. Но для тебя это какое-то открытие? Вот ты приехал, вот ты видишь, вот семья в Америке, в Нью-Йорке. Ну, для меня это открытие, в первую очередь, что есть люди добрые. Что все еще есть пока. Да. И главное, в Америке есть, надо же. Да, есть свои. Это я так иронизирую. Скажи, пожалуйста, в чем заключается твоя подготовка? Тренировка? Да. Ну, вот ты готовишься, вот приехал два месяца, ты два месяца сейчас, да? Угу. Готовился к бою. Угу. В чем это заключается? С утра до ночи только... Мой распорядок обычный, я утром в 7 утра бегу, кросс, километров 7-8, потом отдыхаю, и в 7 вечера у меня вторая тренировка. Там уже в зале тренировка проходит, ну, боксерская, пары, снаряды. Угу. Вот. А днем что ты делаешь? Днем, после пробежки? Первой пробежки, да, первой тренировки утренней. Ну, пытаюсь как-то расслабиться, отдыхаю, восстанавливаюсь. Ты куда-то ходишь? Ты где-то что-то видел в Нью-Йорке? Успел что-то посмотреть? Или Майкл не пускает тебя? Нет, меня пускают, но я стараюсь больше восстанавливаться, где-то бывает отдохнуть дома, там поспать, чтобы были силы восстановиться. Боксеру нужно много спать? Да, в первую очередь боксеру это режим. Высыпаться хорошо? Да. Сколько ты спишь часов? Часов 8-7. Как нормальному человеку требуется. Майкл, скажи, пожалуйста, какой вот самое главное такое, скажем так, критерий, чтобы человек был боксером хорошим? Вот я просто к себе примеряю. Вот, ну, я понял, быть... я понял. Да. Не, но критерий очень много. Вот я, как повезло мне, ну, во-первых, повезло мне с моим образованием, потому что... Что ты имеешь в виду? Ну, с советским образованием повезло, что помимо того, что физических критериев, ну, как... Вот что Бог дал человеку чисто физически, вот ты смотришь на него, там здоровый, есть еще очень много психологических факторов. И вот эти психологические факторы, они, если ну, немножко глубоко в науку не входить, то можно очень хорошего боксера потерять. Почему? Потому что есть мальчики, которые по природе думают, что они как-то... Все по природе люди трусы. Ну, это нормально, потому что это инстинкты самосохранения. Но вот тренер должен разглядеть, кто... По природе трус, может это трус. Поломать. Да, да, да. Потому что вот когда вот они на меня обижаются, когда они в ринге, и я говорю на боксера, там на форму навел, ты трус.
Ну, как я знаю по себе, что ты вышел на ринг, ты уже не трус, правильно? Ты же вышел на ринг. Но у меня это уже другая категория трусости. Поэтому вот тренеру задача увидеть, вот, что ты, ну, ты, бокс – это больше психология. Скажи, пожалуйста, я где-то читал когда-то, что когда вот собака идет по улице, да, и человек напротив него, и если человек боится, собака запах какой-то такой чувствует от человека. Да, да. Хотя человек ничем его не показывает, он идет такой смелый, бодрый, но внутри него есть страх перед этой собакой, если есть. Да. По-видимому, что-то выделяется, и она это чувствует. Да. Скажи, тренер, он но такой, я скажу еще больше. Собака, ну, но я скажу еще больше. Я жил в деревне, я вырос вообще в деревне, да, это там на станции такой маленькой. И у нас собака была привязана, мы были пацанами, и мы ее там камнями кидали, она у нас злилась, она всегда гавкала. И один раз я выношу мусор, и она сорвалась. И она бежит на меня, я с ведром стою, и я замер, потому что я знал, если ты замрешь, собака тебя не укусит. Надо замереть, стоять, собака тебя не укусит. Так нас учили. Сколько там, не знаю, там мне лет было 12, и я стою, она подошла ко мне, понюхала, я такой весь, ну, страшно. И она меня как за ногу укусила, тут я уже начал ее ведром бить. Так что у меня экспириенс конкретно с собакой есть, да. Если боишься, она укусит. Может, не боялся бы и не укусил. Так вот тренер... Поэтому я в бокс пошел. Да, понятно. Так вот у тренера есть ощущение... Он видит человека... Чувство. Должно быть тренер, да. Тренер, я считаю, что ну, не все могут быть тренером. Это еще Макаренко говорил, не все могут быть учителями. Это призвание. Вот уже сейчас я могу быть нескромным и сказать, что да, у меня это призвание. Потому, ну, потому что мой бэкграунд, как-то говорит, что сзади то, что я уже сделал, уже показывает, что я ну, как чувствую ребят, из которых можно максимально вытащить. И вообще мне повезло с Форманом. То есть, если я сделал из мальчика, из трусливого, без удара, ну, который по природе не физически слабого. Даже мама родная говорила, да он же трус. Михаил Алексеевич, да какой из него чемпион? Он же трус, это мама родная говорила, и он стал чемпионом мира. То когда я вижу, вот, чувствую вот ребят, вот как Никита, ну, они обязаны просто быть чемпионом мира. Ну, а почему ты взял мальчика, который, как ты говоришь, был трус, слабенький? Чувствовал. Да? Я не знаю, как это объяснить. Что вот у меня мальчик сейчас... Ты знал, что где-то в глубине это чемпион. Не знаю, да, да, не знаю, как это объяснить. Вот до сих пор не знаю... У меня мальчик был, вот сейчас, который высокий, черненький, может, Баня, помнишь, 16 лет ему было, мы и виделись, когда Джилл стал чемпионкой мира, сейчас у него 2 метра, рост больше 2 метров. Когда ему было 8 лет, я ему сказал, ты следующий Джо Луис, ты следующий тяжеловес. Он на меня через очки вот так смотрит, это было там 13 лет назад, сейчас у него 2 метра ростом. А, я ему сказал, ну ты должен быть как этот шкаф. Папа подходит, говорит, да он не может быть таким высоким, папа ниже меня ростом. Мальчик сейчас 2 метра ростом. Я не знаю, как это объяснить. И мальчик помнит, ему было 9 лет, я ему говорил, ты будешь тяжеловесом, ты будешь высоким. Я не знаю, как это объяснить. Ну вот интересно, как тебя находят люди с других стран мира? Как они обращаются к тебе? Ну, я понимаю, что интернет, я понимаю, что там есть какие-то Facebook, еще там что-нибудь, но все равно. Люк помог, Люк Кэмпбелл, это первая моя как первая моя ласточка, которая ну, залетела сюда в Америку, это англичанин мальчик, еще в 2007 году. Случайно вот мы, ну, пересеклись в кафе, он говорит, я хочу быть там, я пасть на Олимпиаду. Я говорю, ну, это значит ко мне. Хотя, ну, я ему сказал, посмотри тренеров, но если в Gleason Gym, он приехал в Gleason Gym, но если ты хочешь действительно пасть на Олимпиаду, это ко мне. Он стал олимпийским чемпионом через 2007, через... Но я знаю, что, 5, к сожалению, у тебя бывали проколы, не проколы подготовки, а проколы психологического... Ну, как бы понимание человека. Часто люди, поднимаясь, и, как ты говорил, сегодня все хотят заработать и все хотят перекупить, у тебя перекупали. Они перекупали, меня предавали, да, вот это, ну как, ну, наверное, это как, это любовь, как вот, если даже дети родители предают, то меня, ну, да, предательство, это в прямом смысле слова, да. Как ты это воспринимаешь? Как долго ты тяжело, как это? Уходишь в... Вот от формы до сих пор не могу отойти. От этого негодяя. До сих пор Юрий Форманов меня предал. Это, я не знаю, наверное, уже до конца у меня будет, до конца жизни. Потому что так предать. Ну, как вот как Иуда. Я не знаю, вот Иисусу было легче. Ну, Бог его взял к себе. А, понимаете, тут разные вещи, трактовки. Да. Но предательство, я думаю, ну, предательство... И часто это бывает в боксе, например. Не будем говорить о спорте. Ой, и про меня, вот про меня пока... Ну, вот мне вот Егор мне, как говорится, немножко как бы меня предал, но вернулся, вот, как говорится, вернулся, извинился. Пусть через 3 года, но... как уже, и стало даже его жалко. А, так что я не знаю, как это объяснить. Бывает. Хорошо. Не будем о грустном. Да, не будем о грустном, о веселом. Поэтому сейчас к рекламе. А после рекламы мы продолжим разговор, который мне кажется очень интересным, поскольку у нас в гостях тренер чемпионов и будущий чемпион. Молодой, совершенно начинающий боксер.
А сейчас реклама. Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле Московского театра наций «Мисс Джули». Всего 6 спектаклей с 27 июля по 2 августа. Приходите в Линкольн-центр. Билеты от $45 пока еще в продаже. Заказывайте билеты на сайте lincolncenterfestival.org или по телефону 212-721-6500. Не пропустите спектакль Московского театра наций «Мисс Джули». Врач высшей категории Жанна Цукерман, обладающая огромным опытом работы, ведет прием в многопрофильной клинике по адресу 514 Ocean Parkway, где проводится диагностирование и лечение гипертонии, болезни сердца, аллергии, кожных заболеваний, инъекции ботокса для лечения головной боли и повышенной потливости, тест INR, определяющий свертываемость крови, витаминные капельницы и антибиотики. Также принимает подиатрист и проводится физиотерапия. 718-484-7040. Доктор, я объяснила больному, что у него серьезная стадия геморроя. Кровотечение, воспаление, шишки, внутренние трещины. Но можно избежать операцию, используя мазь из Венгрии Мелозит, которая помогла десяткам тысяч больных геморроем в Европе и уже 7 лет зарегистрирована FDA в Америке. Да, это очень эффективное средство, и оно ему поможет избежать операцию. Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404. Quality First Urgent Care. Это лучшее место, где вам окажут неотложную медицинскую помощь. Вам стало плохо? Звоните, и за вами немедленно приедет машина. Приехав к нам, вам не придется ждать ни минуты. Мы сразу сделаем все необходимые анализы. Рентген, сонограмму и ЭКГ. Наши великолепные доктора и хирурги приложат все усилия, чтобы помочь вам. Вы не останетесь в госпитале, а вернетесь домой в тот же день. А на следующий день ждите доктора у себя дома. Вы не одни, когда вам плохо. Quality First Urgent Care всегда придет на помощь. С вами Борис Тенцер. Мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях, как я уже говорил, тренер чемпиона Майкл Козловский и боксер Никита Мирошниченко. Майкл Козловский. Мы говорили о том, Майкл, о том, что не всегда люди благодарны, не всегда люди умеют ценить вот то, что они получили. Вот ты тренер, который готов себя полностью отдать. Я видел, как ты относишься. Сам факт, что человек может свой дом, свою квартиру, свои минимальные средства, которые у него есть, разделить, чтобы помочь этому человеку стать чемпионом. Я понимаю, что ты собираешься вместе со своим учеником заработать 300 миллионов, ты сказал, да? Ну, это не я хочу заработать. Я хочу заработать сначала, чтобы ученик стал чемпионом мира. Потому что я всегда считал, что деньги не нужны, но как... У человека должна быть цель. Если он бизнесмен, да, он зарабатывает деньги, но все равно он что-то строит на этом. И у него деньги уже приходят автоматически. Если ты чемпион... То есть, секундочку, думает... вот давай так, морковка твоя морковка впереди, это деньги или это чемпионский титул? Чемпионский титул. Ну, это уже понятно. Это если я уже столько, как прошел, то понятно, что это чемпионский титул. Потому что деньги мог бы я заработать. Когда я только приехал в Америку, мне сказали, что там тогда мода была на программистов, много лет назад. То есть я мог бы стать программистом там, или что-то там другое делать. Но у меня титул и профессионал чемпион мира у любителей олимпийское золото. Все, понятно. Это однозначно. Никита, у тебя есть братья, сестры? Да, есть брат Матвей и сестра Маша, младшие. Оба младшие? Да, родные. Ну вот если, например, твой брат захочет быть боксером, ты ему как будешь советовать, заниматься боксом или поискать себя в другом виде спорта? Если только для себя. Только для себя? Да. Что значит только для себя? Ну, чтобы мог за себя постоять. Не для каких-то целей. А часто вообще... приходится драться. Ты в самом Новосибирске живешь? Да. А что за район? Это какой-то такой центральный или не очень центральный? Нет, пригород? Я с самых низов. Самых низов. Там, да. Хорошо. Ну, будем считать, что какой-то пригород. А, там часто драки? Ребята выясняют часто отношения? Ну, Россия такая страна, жесткая. Вот. Ты так считаешь? Ну,
Вообще мир суров. А, мир суров, окей. Ты уже немножко философ. Это ты, наверное, от Майкла набрался. Майкл улыбается. Да-да, извини. И ты хотел бы, чтобы он за себя постоял? Ну да, это должно быть в мужчине, ну, в парне. А девушка, где твоя сестра? Маша, ей не надо драться? Она еще очень маленькая. Ей драться не надо. Зачем ей драться? Ты не будешь ей советовать, что она за себя стояла? Нет, потому что Майкл прекрасный тренер. У девушки должно быть слово, а не кулаки. Слово? Да, она должна как-то словесно все это решать. Ну вообще любой человек должен словесно решать. Но я считаю, я отношусь к женскому боксу так категорически. Мне не нравится. Не нравится? Да. Понятно. А как у тебя есть родители? Отец, ну, конечно, мать? Да. А как они относятся к твоему боксу? Ну, отец там вообще ярый фанат, у него спорт. Угу. Вот. Мама, я от нее вообще скрывал месяца полтора-два, то, что я боксом занимаюсь, потому что я хотел на бокс пойти, и она мне сначала не разрешала, говорила, что голову отобьют. Вот. А потом, ну, сейчас она мой один из таких фанатов, которые сидят на первом ряду в жизни. Вот, она приезжала сюда? Нет, я имею в виду так, в жизни, она, да, болеет за меня, переживает очень сильно. Вот. Приходится ей объяснять. Они верят, что ты будешь чемпионом? Ну, и будешь жить хорошо? Я думаю, отец верит, мама как бы ко всему это так категорически относится, но тем не менее она поддерживает. Вот. Ну, самое главное, чемпионом может и не стать, но человеком быть обязан. Вот. Главное, ну, это главное, да, мы с этим вырастали, я думаю, это точно. Давайте мы сейчас посмотрим, у нас есть еще видеосюжет небольшой, просто вот как бы тоже атмосфера. Пожалуйста. Зал не очень большой, да? А там с другой стороны было. Ну, я не знаю, там где-то в районе... Это, ну, это как шоу, это я не знаю, в районе 1000. Так, да, 700, там где-то 700, да. Это нормально, как middle level, но для Нью-Йорка. Это хорошее шоу для того, что... То есть там, получается, амфитеатр, отовсюду хорошо видно. Понятно. То есть там, получается, как вот так вот, как в цирке. Мне это напоминает московские крылья Советов. Понятно. Крысы, да, это же, да, вот крысы, да. Там. А скажи, да, пожалуйста, вот зал тоже ты выбираешь или кто-то выбирает? Вот, но я выбрал, но это промоутеры уже, у нас несколько промоутеров, к примеру, которые проводят бои. Мне сказали, это пятница будет. Пятница очень важна, потому что, пятница не четверг, да. Одно из лучших мест. Одно лучшее время, чтобы люди пришли посмотреть. Да-да. И потом я смотрю, как они, я до этого смотрел, как они проводят шоу, что у них, ну, как, есть вот такие шоу, что, как называется, культура немножко, здесь приходит, здесь как, ну, молодежь, они, ну, как клуб. Более приходят, не выдержанные. Да-да-да, но они не выдержанные, я имею в виду даже по одежде. Mm-hmm. Тоже шоу, то есть разные уровни шоу. То есть такие проводят, места, да, где люди приходят, ну, оторванные. Ну, есть приходят, как в Америке, вот штаны вот висят там, кажется, ниже принтуса. Что тебе не нравится? Да, мне это не нравится, конечно, да. И здесь, ну, еще важно то, что... Это ты готовишься к бою, да? Это да, все да. тебя снимает. Это, Майк, как, да? получается, да. разношерстная публика. Вот мне хотелось посмотреть, как на него среагируют, потому что тут латины, тут много латинов было, тут много белых было, вот именно белых, много черных. Вот каждого по 30%. И мне хотелось, как они русские были. Ну, немного, но было немножко несколько русских. Это просто без рекламы было. Мне хотелось, как на него среагируют, потому что я его привез, что я чувствую, что этот мальчик может покорить американскую публику. И мне было интересно узнать это результат. Это твоя интуиция. Да. И вот на продебюте я даже получил больше, чем ожидал. Моя жена, не даст соврать, она тоже не ожидала такого эффекта. То есть его полюбили все. Да, там визжали, женщины ко мне подходили. Ой, какой мальчик, он вышел, такой мальчик, нам так его было жалко. А он же внутри, он как это, как они говорят, бист, ну, как зверь внутри, да. Вот он вышел, когда я начал, то есть он сразил публику, вот именно всех. Ко мне подходили чемпионы. Ну, действительно, чемпионы, я вот так смотрел на него, мне кажется, ну, что, он драться не будет. Это очень важно, потому что важно профессиональный что? Бокс, чтобы он выглядел, чтобы публика, да, такой, но. Важно, что...